Здравствуйте. На государственной телекомпании «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. 26 июня в ереванском офисе «Западной Армении» состоится конференция. США готовы помочь Армении в создании экосистем высокотехнологичных предприятий. Обученный солдат – это спасенная жизнь Леон Мохламян. Чтобы жить в оккупированной Западной Армении, нужно мужество. Путин назвал решающим вклад России в урегулирование Арцахского конфликта. Министры иностранных дел стран-членов ЕС прибудут в Армению 25 июня. Карты культурного наследия Западной Армении. Армянские школы эвреков 19 века. 26 июня в 13:00 в ереванском офисе Западной Армении по адресу Агатнагеголса 22 состоится конференция на тему «Пятая годовщина ратификации Северского договора Республикой Западная Армения. Вход свободный». 22 июня исполняющий обязанности министра высокотехнологичной промышленности Республики Армения Айк Чобанян принял делегацию во главе с чрезвычайным и полномочным послом США в Республике Армения Лин Трейси. Как сообщает пресс-служба Министерства высокотехнологичной промышленности Республики Армения, исполняющий обязанности министра отметил, что данная встреча является удобным поводом для возобновления сотрудничества между посольствами США в Армении и министерством. Согласно источнику, исполняющий обязанности министр представил послу проект индустриального города, сослался на программу инженерного города и пригласил посла посетить его совместным визитом в ближайшее время. Посол сказал, что Соединенные Штаты готовы помочь Армении в создании экосистемы высокотехнологичных предприятий, предоставляя консультации и помощь в этой области. В ходе встречи исполняющий обязанности министра и посол затронули совместно технико-образовательные программы, кибербезопасность, искусственный интеллект, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Леон Мохламян, психолог и военный по профессии, вернулся в Армению во время последней Арцахской войны, чтобы помогать местным солдатам и выполнять боевые задачи. Подчеркивая роль йоги и психологии в боевых искусствах, он отмечает, что они помогут солдату подготовиться не только физически, но и морально. Пробелы, которые он отметил во время Арцахской войны, сейчас заполняются курсами по оказанию первой помощи и физической подготовки, демонстрируя возможные варианты, которые они могут использовать для спасения жизней на поле боя. Турция без преувеличения одна из самых быстро меняющихся стран мира. Такого мнения уже придерживаются граждане Турции с блестящими глазами. Игры в Олигены – странные игры, которые стояли на повестке дня с момента основания Турции. Правосудие и развитие АКР также играет в эту странную игру с момента своего создания. Партия развития справедливости была создана для проекта БОП Большого Ближнего Востока, который является американо-израильским проектом. Честный мусульманин Никметин Эрдоган не принял такой проект. Некачественный Эрдоган бросился на этот проект, поставив народы Турции, в том числе Западной Армении и Курдистана, в позорную опасность. Его мечта о молитве в сирийской мечети Омейядов, которая положила начало его неосманским и неоисламистским идеям, достигла точки, когда Эрдогана предстанут перед Международным уголовным судом. Президент России Владимир Путин заявил, что вклад России в урегулирование Арцахского конфликта является решающим, передает ТАСС. «Благодаря решающему вкладу России конфликт в Арцахе закончился», — сказал глава государства в видеообращении к участникам и гостям 9-й Московской конференции по международной безопасности на сайте Кремля 23 июня. Путин отметил, что российские миротворцы могут надежно гарантировать мир и безопасность в регионе, а также сделать все возможное для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры. В ходе регионального визита министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, федеральный министр Австрии по европейским и международным делам Александр Шалленберг, а также директор-распорядитель ОБСЕ Майкл Зиберт и спецпредставитель Евросоюза по вопросам кризиса в Грузии Тайво Клар прибудут в Армению 25 июня. Визит, санкционированный Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Боррелом, направлен на подтверждение готовности ЕС содействовать стабильности в регионе. Из нашей истории мы знаем, что армянский народ – это нация, которая на протяжении всего своего существования ценила образование, науку и культуру. Это подтверждается множеством находок и фактов с древнейших времен до наших дней. Один из них – эверек, расположенный в провинции Кесария в Западной Армении. Здесь в середине 19 века учителя преподавали в небольших школах и церковных помещениях. В 1864 году возникла идея построить здание школы. В 70-м году 19 века армянские бизнесмены из эверека, работавшие в Чаталхане, Константинополе, отправили молодого учителя по имени Врам Шапух из Константинополя в командировку в эверек. Хотя Врам Шапух некоторое время служил учителем, это стало поворотным моментом в истории эверека.
С 1872 по 1873 года в двух армянских мужских школах обучалось 300 учеников. Барсех Вартукян, уехавший учиться за границу, окончил Оксфордский университет и в 1875 году вернулся в свой родной город Эверик, где начал преподавать в этих школах. Вартукян был сторонником современного образования. Со временем в армянской школе директорами работали разные учителя. Статья полностью доступна на нашем сайте. Далее для вас Асмик Бахдасарян Долюханян, Зиряный цар. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.